считается с конца. То есть фиксируется, значит, будут понятно, как всегда у нас Т1, значит, самое маленькое, Тн самое большое. И, значит, начинается с конца интегрирования. Значит, все переменные фиксируются, кроме последней. По последней проинтегрировали. Вот по этой мере, значит, как только эти все фиксированы, то, значит, эта мера, ну, так сказать, вот аргумента, можно сказать, xn. И эта функция тоже от xn зависит. Значит, ее проинтегрировали. Но значит, если множество простого вида, то есть видите, тут формула, она из-за чего немножко громоздкая, из-за того, что множество общего вида. Если множество распалось, ну как мы помним, для того, чтобы конечномерное распределение однозначно определить, достаточно знать меру на произведениях. Так, ну из этого на всех она там, так сказать, устанавливается. Но вот если это множество распалось в произведение, то здесь будет просто, что будет? Здесь будет мера вот этого последнего, так? Но эта мера последнего, она еще зависит от предыдущих. И поэтому, когда мы начнем следующее интегрирование делать, так, то тут уже не будет так просто. Не отщепится мера еще одного, а эта мера, следующая, будет считаться так, по этому множеству, вот эту функцию нужно будет проинтегрировать вот, по предыдущей переменной. Вот ее проинтегрируем, ну и так далее. Поэтому на самом деле уже на втором ходу все это усложнится и не будет такого расщепления. И поэтому особенного смысла нет предполагать, что c произведение, так, а c, ну, некое множество. И вот когда мы так с конца интегрируем, то когда мы доберемся до последнего переменного, то предыдущее нам выдаст нечто, зависящее от x1. Так, потому что все остальные переменные уже окажутся связанными и интегрированными, их уже не будет. Формула такая довольно громоздкая, но, значит, в чем ее смысл? В чем ее смысл? Значит, с помощью этой формулы. Что такое x большое? Ну, x большое — это там, где это фазовое пространство, процесс. Там у нас процесс принимает значение. У нас процесс. Ну, как я говорил, в большинстве случаев можно считать, что это rd там или r, но в принципе это формула такая универсальная для какого угодно множество, где процент принимает значение. Значит, смотрите, в чем смысл еще этой формулы? Значит, с помощью этой формулы что это марковский процесс. Да? Так вот, теорема. Теорема, полученный процесс
minus. Значит, ну, это просто полезный факт к сведению, мы его не будем доказывать, он, ну, там довольно длинная техническая проверка. А вот что мы докажем, это мы докажем вариант этой теоремы сейчас для марковских цепей. Так, значит, для процессов у нас это как факт без доказательства. Ну, казалось бы, раз мы принимаем такой факт для процессов без доказательства, то что тогда мучиться с марковскими цепями, зачем для них отдельно доказывать частный случай. Но это из-за того, что он доказывается, ну, сравнительно несложно, ну и там хотя бы в этом частном случае видно, что происходит. Так. Вот, эту теорему тоже, конечно, при желании можно было бы доказать, но такое доказательство, по крайней мере, на экзамене довольно неприятно, считаю, было воспроизводить такое доказательство. А для цепей довольно все просто. Значит, теперь еще одна теорема без доказательства. Значит, это тоже она у меня в конспекте. Значит, есть тоже без доказательства. Тоже как факт полезно знать. У нее доказательство не бог весть какое сложное. Вот, например, в учебнике Булинского и Ширяева можно его прочитать. Там страница с небольшим. Но тоже такое, знаете, довольно забористое теоретико-множественное обоснование. Значит, теорема. Процесс с независимыми превращениями марковский относительно порожденной инфильтрации. Смотрите, когда есть процесс с независимыми превращениями, то никакой фильтрации, может, и нет. Но, мы помним, всякий процесс устраивает свою собственную фильтрацию. Относительно его собственной фильтрации, такой процесс будет марковский. То есть смотрите, что у нас, что получается. Значит, вот у нас был важный класс процессов. Значит, это процессы с независимыми превращениями. Так. Еще был важный класс процессов Гауссовских процессов. Так. Еще был важный класс процессов — это Мартингалы. И вот четвертый класс процессов — это Марковские. И всегда полезно выяснять, какие между ними соотношения. Ну, Гауссовость — это очень специфическая, конечно, вещь. Так? Мы видели, что, скажем, гауссовские процессы с независимыми превращениями, при некоторых дополнительных таких широких предположениях, там, типа однородности, технических, так сказать, еще условий измеримости, они вообще превращаются в винеровские процессы. Так? То есть у некоторых, получается, что у некоторых классов пересечений такие очень прочные. Некоторые классы друг в друга вкладываются. Вот этот пример. Так. Вот этот пример. Процесс с независимыми превращениями, он марковский. У нас про процессы с независимыми превращениями еще одно другое вложение. Если процесс с независимыми превращениями квадратично интегрируемый, он Мартингал. Так? Еще такие соотношения. Естественно, так сказать, возникает вопрос, как связаны марковские процессы с Мартингалами. Так. Но здесь уже таких простых связей нет. Оно и понятно, потому что в качестве упражнения можно доказать, я не буду сейчас выписывать, в конспекте есть, что если вы взяли марковский процесс и подставили его в гомеоморфизм, взяли марковский процесс напрямую и подставили его в гомеоморфизм, так, то все там нужные соотношения измеримости сохранятся, и новый процесс останется марковским.
Ну, например, если вы взяли напрямой марковский процесс и взяли куб от него, да, то, значит, он останется марковским. Но маркингальность так не согласуется с отображениями. Вот в качестве упражнения можете проверить, что куб виннеровского процесса, ну, вот просто, так сказать, уже без всякой науки, голыми руками проверить, что куб виннеровского процесса – это марковский процесс, ну, относительно его дифференциации, да, но не мартингал. Значит, вот мартингальность, она не очень дружит с нелинейными преобразованиями. Ну, то есть, по большому счету, можно сказать так, что когда преобразование реально нелинейное, ну, то есть, ну, неафинное, так сказать, неафинное, напрямую скажем, то вот практически никогда мартингал, оно не переводит в мартингал. Ну, там исключение можно, конечно, придумать, можно постоянный мартингал, тогда все окей, но в сколько-нибудь невыраженных ситуациях так не будет. Поэтому, значит, вот все-таки такого совсем уж такой матрешечной системы нет между вот этими основными классами процессов, которые мы рассматривали. Но вот какие-то, так сказать, какие-то интересные соотношения есть. Значит, теперь цепи Маркова. Цепь Маркова, значит, это марковский процесс, с конечным или счетным числом состояний. Так. Ну, у нас иногда даже еще требуют, чтобы еще и время было дискретное. Значит, у нас будет еще более специально, значит, конечные цепи Маркова. С дискретным временем. Значит, у нас время будет просто, значит, 1, 2, 3 и так далее. Так. Значит, и, значит, конечное фазовое пространство. Ну, можно считать, что просто точки вот 1, 2, m. Значит, более того, значит, у нас будут однородные цепи Маркова. Так. Ну, я напомню, что однородный марковский процесс – это когда, значит, однородный марковский процесс общий, значит, переходная функция зависит только от разности времен. Ну, то есть, вот такая вот функция, она становится функцией четырех аргументов, она становится функцией
она становится функцией трех аргументов. Так. Ну и мнемонический, так сказать, смысл этого обозначения, что это вероятность попасть в множество Е, ну вот за это время, находясь в нулевой момент в X. Но для марковской цепи, тут все равно, видите, все равно переменных-то хватает, их меньше стало, конечно, их три, но тоже будь здоров. Так? Но для марковской цепи все это еще сильно сокращается. Для однородной марковской цепи это все еще дальше сокращается. Сейчас давайте я, чтобы у меня обозначения не разошлись с конспектом. Для однородной цепи, все определяется переходными вероятностями за один шаг. Числа такие P и G – это вероятность перехода из XI в XG за один шаг. Раз время у нас дискретное, то вероятность за N шагов – это будет определяться степенью этой матрицы. Возникает такая матрица P вот с такими элементами, M на M. Матрица вероятностей перехода за один шаг. Что можно хорошего сказать про эту матрицу? У нее, естественно, элементы не отрицательные. И когда суммируем по G, то сумма вот этих вероятностей единица для каждого I. Так, это отвечает, смысл очень простой. Из каждого И можно перейти за один шаг в одно из этих состояний. Так? И поэтому сумма вероятности должна быть единица. Кстати сказать, в этом месте пока еще не видно, зачем нужно, чтобы пространство было конечным. Это пока что годится и для счетного. До сих пор пока было не очень существенно, что конечно. Для счетного то же самое, но только матрица будет, естественно, бесконечной. Так? Но сейчас довольно быстро все-таки станет понятно, что лучше считать, что у нас конечное пространство. Пусть P0 – начальное распределение. Начальное распределение цепи в момент N равный нулю. Я сказал, что у нас время натуральные числа, так?
А тут вот еще n равное нулю появилось. Но вот давайте добавим 0. Значит, это удобнее все-таки считать, что в начальный момент времени не первый, а нулевой. Ну, некоторые, правда, считают, что 0 и является натуральным числом. Но вот я помню, Арнольд это всегда горячо оспаривал. Ну, это, в общем, дело вкуса, считать 0 натуральным числом или нет. Потому что, если, как говорят в школе, натуральные числа – это те, которые при счете предметов, ну, вроде как, предметов может не быть, тогда 0 вроде нужно включать, но большинство все-таки вроде склоняется к тому, что натуральные числа – это от единицы начинается. Ну, в общем, во всяком случае, ну, вот давайте мы n, значит, равное нулю добавим, так? И, значит, что же это за, ну, начальное распределение? Это значит, π0 – это вероятностная мера на, ну, вот на этом множестве. Так. Значит, чем она задается? Значит, она задается числами π0, ну, вот от этих s-итых. Так. Ну, здесь пока еще тоже не очень важно, что их конечно. Для счетных то же самое, конечно, будет. Так. Это вероятность того, что процесс, ну, вот принял такое значение, значит, в нулевой момент времени. Так. Значит, что дальше происходит с процессом? Ну, пусть Pn распределение к Cn. Так. У кси вот это? Ну, ноль. Значит, как происходит дальнейшая динамика? Так. Ну, скажем, P1 это будет P0 умножить на матрицу переходов. Значит, умножение справа. S1 множество состояний у нас S1, SM. S1, SM. Ну, можно считать, что это 1M. Так. Но это иногда удобно, иногда нет. Потому что иногда неудобно, что эти 1M могут путаться с моментами времени. Так. Вот поэтому, чтобы эти состояния не путать с моментами времени, давайте мы их будем пока, ну, пока можно, вот этими, ну, то есть, слушайте, не S1, какой S1? X, у меня X1 было, X1. Слушайте, это я вот, давайте я исправлю, как было в конспекте. Ну, кстати, конспект я на днях окончательно и пришлю, потому что кроме вот этих марковских цепей еще два вопроса осталось. Ну, сами понимаете, что это дело вкуса, как обозначать точки пространства. Ну, давайте, чтобы было согласование с конспектом, давайте я уж тут тоже исправлю. Значит, у меня осталось, собственно, конспект уже практически готов. Два вопроса еще осталось. Про ветвящийся процесс, значит, там дописать, и про, модель страхования. Так, вот два вопроса, это там еще тройка страниц будет. Это я, в общем, на днях допишу и пришлю. Вот, значит, смотрите, почему умножение, значит, умножение справа? Так, умножение справа. Это довольно необычно, так? Это довольно необычно. Это если мы пишем вероятности. Вероятности — это строки. Так. Поэтому, чтобы... как умножают строку на столбец? Так. В смысле, строку на матрицу. Умножают это на первый столбец там, и так далее. Вот,
Значит, помните, это с матрицами довольно небезобидная штука, как их умножать на векторы. Если векторы столбцы, так, то матрицу обычно пишут слева, ну и умножают, ну там, по соответствующему правилу, так. А, значит, откуда здесь берется, ну почему так странно, почему такое странное правило, почему справа-то надо умножать, так. Но это вот почему. Давайте посмотрим, значит, что такое, значит, ну, значит, P1, ну, скажем, от X1. Так. Это вероятность попасть в X1 в момент времени 1. Ну, как можно попасть в X1? В X1 можно попасть, находясь в нуле, ну, в одном из состояний, так? И поэтому нужно, значит, откуда можно было в X1 попасть? В X1 можно из X1 попасть, из X2, из Xm, так? Значит, нужно просуммировать по всем g от единицы до m, так? Вероятности перехода, мы смотрим из разных и попасть в один, так? Но при этом еще надо, значит, учесть вот эту, значит, вероятность того, что в момент ноль были в и, так? Значит, вот видите, получается, значит, вот такая формула получается, так? Что это происходит, так? Значит, эта строка умножается, так? P0 там 1 и так далее, так? Значит, это мы заполняем первый элемент, так? У нас вот эта новая вероятность, это опять строчка, так? Вот вы заполняете первый элемент этой строчки. Ну и что вы делаете? Вы берете строчку, исход, ну, нулевых состояний, так? И на что умножаете? Ну, скалярно умножаете. Ну, вот на такой, как бы, вектор с компонентами, значит, P и 1, значит, ну, P1, 1, значит, 1, P2, 1 и так далее. Но, значит, и это кто? И, значит, это номер строки, так, в матрице. И поэтому получается, что вы идете по первому столбцу, так, по первому столбцу. И вот, ну, у вас была строка, и вы, значит, взяли, значит, ну, строки этой матрицы. Вот так вот вы делаете. Вот, значит, вот такой вы выделили столбец. Этого умножили скалярно на это, получили тут элемент, так? Потом перешли к следующему столбцу, так? То есть, ну, такой получается довольно непривычный вид умножения, потому что все-таки большинство людей, которые, ну, когда приходится матрицу умножать, как все привыкли умножать их, слева и на столбцы. Но почему так, вот в этой науке так почему-то традиция делать так, ну, я даже объясню, в чем такая традиция. Значит, как перевести в обычную традицию? Ну, казалось бы, очень просто. Пиши состояние, пиши столбцами. Кто тебя вынуждает состояние писать строками? Пиши их столбцами. Ну, хорошо, будем писать столбцами. Но, увы, когда мы будем их писать столбцами, то для того, чтобы слева умножать, матрицу надо транспонировать. Так? Но это не очень удобно. Так? Вот как-то все привыкли, что лучше иметь дело не с матрицей, транспонированной, а с самой матрицей переходов. Это как-то вроде удобнее и нагляднее. И поэтому вот цена за это такая запись. Так? Обратите внимание, что матрица не обязательно симметричная. Конечно, если бы матрица была симметричная, то тут вообще никаких проблем нет, можно сразу было писать со столбцами и умножать слева. Но в том-то все и дело, что транспонированная матрица не обязательно совпадает с исходом. Потому что вероятность перейти из И в Ж совсем не та же самая, что из Ж в И. Так? Поэтому это совсем не предполагается. Так?
Ну и у нее по строкам и столбцам у нее, видите, разные свойства. Ну, все элементы не отрицательные, так? Но сумма единиц получается именно по строкам. Так? Значит, ну и в общем случае, значит, Pn, в общем случае, Pn, это P0 умножить на n, ну, по индукции из этого получается вот такая вот формула. То есть, видите, значит, получается, что если вам дана матрица перехода, так, то вот эти вот распределения в моменты n, они однозначно определены исходным нулевым распределением. Вот в той теореме, которую я выписывал без доказательства, там смотрите, как было, что если вам дана переходная функция, а здесь аналог переходной функции, это вот эта, ну, переходная матрица. Ну, вы скажете, переходная функция зависела от трех переменных, так? А куда они делись-то, эти переменные? Так? Значит, вот у нас есть только, ну, так сказать, вот эти два параметра, куда остальное это делось. Значит, связь какая? Ну, вот для однородного процесса. Значит, связь была вот такая, так? Значит, ну, в смысле, вот функция была переходная такая. А здесь вот такая, так? Значит, кто кому соответствует, так? Вот, ну, так как-то можно ожидать, что вот этот, это, наверное, кто-то из этих, так? Но спрашивается, кто? Но с точки зрения вот этого, так, с точки зрения вот этого, этот, это вот кто такой. Это, значит, это xi, вот этот стоит, так? Тут стоит единица, так? А тут стоит xg. И видите, тут стояла вероятность из точки x за время t перейти в множество e, но тут у нас для того, чтобы говорить о том, какая вероятность попасть во множество e, достаточно сказать, какая вероятность из точки xi попасть в одну точку, не во множество, а в одну точку, причем за один шаг. Потому что если вы знаете, какая вероятность попасть в точку, то множество e тут состоит из точек, так? И для общего e это просто будет сумма вот этих по этим. Так? Видите, значит, тут получается такая связь вот этой общей функции, значит, переходной. Получается такая связь. P, значит, x, t, e. Получается так, x это один из этих, ну вот давайте сначала за один шаг, значит, вероятность попасть из точки x во множество e, значит, за один шаг, ну x это одна из xi-тых, так, и значит, здесь будет, ну, здесь будет сумма, значит, здесь будет сумма по g, значит, вот, по g каким? По g таким, что xg-t попала в e, так, будет вот это, p, значит, x, i, ну, вот тут тоже i, это точка, одна из этих, так, попасть в xg, так, ну, а это как раз вот эти наши переходные вероятности, и поэтому, значит, тут нужно просуммировать по всем точкам из e, а вот эти вот p и g, так, вот, значит, вот это у нас получится за один шаг. Но тут t не обязательно единица, а тут t, ну, какое-то натуральное. Но, соответственно, нужно что сделать? Нужно, если тут t не единица, а какое-то натуральное t, то нужно здесь ставить элементы, ну, матрицы в степени t. Так. Вот. Все будет так же, как за один шаг, но только, значит,
матрица перехода за n шагов. А матрица перехода за n шагов – это просто степень исходной матрицы. То есть связь вот такая получается. Так? И теперь, значит, получается здесь аналог этой теоремы, которую я без доказательств сформулировал, аналог получается вот какой. Но он более простой и по формулировке, и по доказательству, поэтому его и можно доказать. Значит, аналог получается вот какой. Значит, теорема. Сейчас, давайте только, чтобы у меня вот тут хуже всего отойти, значит, отойти, значит, от обозначений конспекта. Значит, теорема такая. Значит, пусть даны, значит, P и, значит, ну, вот матрица P вот из этих вот элементов, значит, M на M матрица, и начальное распределение P0 на X, значит, вот из M элементов, так, значит, это дано. Тогда существует цепь Маркова, цепь Маркова, значит, Cn с пространством, ну, вот этим вот конечным x, значит, для которой, значит, ну, для которой p0 это распределение xi0, так, а вот эти вот переходные вероятности это условные, значит, меры того, что, ну, переходов за один шаг. То есть, значит, условные вероятности быть в момент n плюс 1 в xg при условии нахождения, значит, в момент, в предыдущий момент в i, в xi. Ну, поскольку мы интересуемся однородными цепями, то это, видите, это не зависит от n. Видите, значит, вот однородность, значит, это как раз то, что это от n не зависит. Так. Ну, давайте, значит, давайте это докажем. Ну, естественно, это доказывается с помощью теоремы Колмогорова. Так. И это частный случай от этой общей теоремы. Поэтому, ну, как я говорил, если из этих переходных вероятностей сварганить, вот так, как я объяснял, переходные функции, то можно было бы это получить из той недоказанной теоремы для общих процессов. Но поскольку тут все довольно элементарно доказывается, ну, давайте докажем. Это, в общем, несложно, потому что все-таки хоть что-то надо с доказательством, потому что вот когда придут эти 150 человек, невозможно же только формулировки у всех спрашивать. Ну, естественно, все формулировки там спишут откуда-то. Так? Ну, конечно, можно сказать, что и доказательства можно списать, но это уже, знаете, когда списано доказательство, то это еще вопрос, понято ли оно, его можно обсуждать. Вот про формулировку трудно обсуждать, понята она или нет. Если она написана правильно, то что тут обсуждать, так? Значит, поэтому вот, значит, в этом, значит, некоторый смысл, чтобы кое-что было с доказательством. Значит, доказательство. Значит, доказательство. Ну, можно считать, применим теорему Колмогорова, значит, считая, что x лежит в R,
Ну, например, что, что xi это просто i. Так? Вот. Значит, теперь давайте, значит, берем, ну, вместо, значит, у нас распределение, конечномерные, значит, вот в моменты времени 1n, значит, определим вот по такой формуле. Значит, смотрите, значит, что это за, что это за распределение? Так, значит, мы хотим, задать совместные распределения. Сейчас только не и m, да, а и и n должно быть здесь. Здесь должно быть и n. Значит, и n должно быть. Значит, но эти и 1, и n, они вот, значит, ну, среди первых m, так? Значит, ну, значит, смотрите, что это за распределение, значит, ну, я напомню, для теоремы Колмогорова нам нужно задавать совместные распределения, так? Вот у нас еще случайных величин нет, а мы, значит, хотим задать совместные, значит, распределения, так? Значит, поэтому, значит, если так задать, то получится следующее. Проекция вот этого на Rn есть, ну, предыдущее, так? Но я напомню, что нам нужно задавать совместные распределения не только подряд, подряд в моменты времени, так? Нужно еще, ну, в какие-то моменты с пропусками, так? Поэтому, значит, остальные, значит, нужно еще вот, значит, вот такие вот нужно задавать, так? Значит, там в какие-то моменты t1, значит, там tk, так, где t1 меньше tk. Зададим, где они, значит, где они не подряд, вот эти вот 1k, значит, зададим как проекции. Так, ну, например, P, P2, 3 это проекция P1, P2, 3 на, R2. Так, нам же еще вот такие нужно поназадавать, так? Но при этом, вот это я не проверил, почему так будет согласование. Но это из условия, значит, давайте я напишу. Это из условия, что сумма пережитых по g равняется единице. И вот из этого условия, как, ну, непосредственно проверяется, значит, когда сдаешь по такой формуле, что будут согласованы.
Но нам, смотрите, для теоремы Колмогорова, там ведь надо проверять не только в подряд идущие моменты, так, согласованность, но и с пропусками. Их задавать тоже нужно. Но мы их задаем так. Ну, в принципе, можно формулы, конечно, написать, но формула будет еще более громоздкая. Так? А проще словами сказать, что когда эти не подряд, так, то мы просто как проекции их зададим. Но при желании можно было по аналогичной, но такой более громоздкой формулы это и записать. Так? Но из-за того, что вот эти согласованы, то проекции тоже получатся согласованы. Так? Поэтому у нас получилась согласованная система. Так? Значит, и что дает теорема Колмогорова? Значит, теорема Колмогорова... Дает процесс, ну, ксен, ну с такими распределениями, так. Но почему, значит, две вещи надо проверять. Значит, ну почему ксен марковский, так, значит, вот это первое, что не очевидно. Значит, потому что Колмогоров ничего там про Марковость не обещал, но дает процесс. Вот задали вы конечное мерное распределение, получили процесс. А мы обещали процесс марковский. Почему он получился марковский? Ну, вот это надо проверять. И второе, что нужно проверять. Значит, сейчас это второе у меня или первое. Это у меня второе, но проверим мы его первое. А вот еще, почему? Почему у нас будет... это хорошо, это марковский процесс, конечно, но почему он будет, с такой переходной функцией? Лучше сказать, почему с такими условными вероятностями? Значит, вот это еще тоже. Значит, у нас, получился какой-то процесс. Ну, хорошо. Значит, а почему он Марк? Колмогоров всего-навсего обещает, что у него конечномерные распределения такие, какие выписаны, так? Но, с какой стати он марковский, так? Мы же хотели, чтобы это была марковская цепь с такими переходами. А Колмогоров на этот счет ничего, так сказать, не обещает, так? Значит, поэтому и то, и другое нужно проверить. В той теореме, которую я написал без доказательства, там тоже, конечно, все это надо проверять, и там эта проверка, она более техническая. Так? Но давайте мы хотя бы, в случае конечной цепи увидим, что все это руками проверяется, в общем, довольно-таки несложно. Смотрите, проверяем последнее. Так, последнее просто. Так, последнее сводится... Вот к чему. Сейчас. Вот это вот к чему сводится последнее, так? Последнее очевидно. Смотрите, что такое вот эта штука?
Так. Значит, видите, это, значит, смотрите, что это такое? Это двумерное распределение, так? Но в наш, значит, у нас была формула для конечномерных распределений. Там такого не было. Это как раз тот случай, когда надо проекции убрать. Потому что у нас, смотрите, видите, только последние две позиции заданы. Так? Вот у нас там была формула, когда все от первой до n позиции так, заданы. А тут, видите, не так. А, значит, из чего складывается эта штука? Ну, она складывается из заданий по всем позициям, так? Но только первые у вас какие угодно. Так? Значит, поэтому это, значит, смотрите, что это будет за сумма. Значит, это сумма, значит, сумма вот таких вот произведений. Значит, вот по всем, значит по всем И1 и так далее, и n-2. Так. Вот, значит, но. Значит, давайте посмотрим. Значит, давайте посмотрим на эту сумму без последнего множителя. Так, значит, сумма без последнего множителя, вот это. А? Ну вот он, вот этот последний. Ну вот этот, вот он. Ну это вот тот же самый, который здесь стоит. Ну это переход из И в G. Так. Значит, сумма без вот этого последнего есть как раз меньше чего? Нет, почему? Они какие угодно. Нет, эти какие угодно. Нет, эти какие угодно. А тут же, когда у нас пишутся эти вероятности переходов, они же не упорядочены по большему, меньшему, они всевозможные. Ну, значит. А, значит, смотрите, это будет как раз вероятность вот этого. Так? Почему? Потому что это у нас считается, это у нас охвачено нашей формулой было, так. Ну, собственно, из нашей формулы вытекает, что вот такая вероятность, значит, обратите внимание, эта вероятность, она тоже не есть частный, ну, она тоже не есть частный случай формулы, потому что у нас в формуле всегда от единицы до этого, так? Но какова вероятность того, что в этот момент это равно вот этому? Это вам нужно сложить, всевозможные, вот вы выстраиваете, что могло быть в предыдущие моменты, так? И в предыдущие моменты могло быть что угодно, так? И вот вы складываете, ну, все эти возможности по предыдущим моментам, ну, выстраиваете, вот тут нет предыдущих времен, так? А вы их искусственно, значит, добавляете, и в них могло быть что угодно. Но вот из нашей формулы как раз получается, когда вы выстраиваете эти предыдущие моменты по всем этим возможностям, то у вас как раз вот это получается. Так? А в этом как раз и состоит то, что как мы получаем проекцию. Так? У нас исходная формула для мер на Rn, а тут проекция такой меры на последний, ну, на Rn-1, на последний со множитель. Ну, вот она считается по такой формуле.
Значит, поэтому с этим, значит, с равенством окей, так? Вот. А еще нам нужно для марковости, так? Значит, вот хуже всего, значит, ну, это вещь такая совсем безобидная, вот больше возни с марковостью. Значит, с марковостью несколько больше возни. Значит, марковость. Ну, значит, марковость — это условная независимость прошлого и будущего при фиксированном настоящем. И для общего марковского процесса это, в общем, все эти проверки довольно гнусные, теоретико-множественные, значит, всякие там выкладки. Но здесь нам нужно из-за того, что все дискретно и конечно, нам нужно вот что проверить, что P от XM равняется I, а XN равняется G при условии, что XT равняется L, что это распадается в произведение вот что означает, значит, и это когда? Это когда M меньше T и меньше N. Так, вот, видите, значит, это момент из прошлого, это момент из будущего, это при фиксированном настоящем. И вот они должны так распасться. Значит, в общем определении марковости там стоит похуже, там стоят множество, видите. Но у нас тут все конечно, поэтому множество составляются из точек, и поэтому если для точек будет, ну вот для точечных значений, видите, у нас множество очень простые. Так, значит, общее множество — это, ну, конечное объединение таких. Так? Но если мы вот так сможем для точечных множеств раздрабливать, то, значит, для общих конечных также будет. Так? Вот, поэтому вот, значит, смотрите, вот эту формулу нужно проверить. Так? Вот Колмогоров ее так, ну, не обещал. Так? Он сказал, вот вам будет процесс, а уж что там с этим процессом, это уж там дальше сами разбираетесь с ним. Ну вот мы сейчас, значит, с этим процессом, значит, и разбираемся. Так? Значит, смотрите, значит, как это можно преобразовать. Значит, ну, естественно, мы хотим, мы хотим это проверить. Значит, для проверки заметим, ну, это еще из предыдущего вытекает, что вероятность того, что, значит, вот это равно G, при том, что ксика равно I, это будет вот что. Это считается, значит, с помощью степени матрицы. Вот это из предыдущего вытекает. Ну в общем, тоже. Ну, это, собственно, вот то, что мы уже доказали, вот это дает такую формулу. Значит, смотрите, это вероятность попадания из I, значит, в G за N шагов. Так? И причем неважно, так сказать, с какого момента, с какого К мы начали, но это из-за, вот, это у нас так сразу процесс получается однородным, просто, так сказать, по построению. Так? Это следствие предыдущей формулы. Так? Это индекс, это у нас матрица вот эта, и ее элементы, это вот эти числа. Ну, то есть это, конечно, не степени этих чисел. Выписать, кто такие, это, конечно же, невозможно. Потому что, ну, у вас даже когда матрица дана, но попробуйте-ка ее возвести там в здоровую степень. Это понятно, что эти числа, они конкретные какие-то, но, так сказать, физически их найти обычно нельзя, конечно. Вот, и тогда, значит, смотрите, значит, что нам нужно. Значит, к чему сводится наша проверка? Значит, нам надо
Так, значит, смотрите, что нам надо. А, значит, если, смотрите, кто такие эти условные вероятности? А это ж тут все дискретно, и поэтому условная вероятность — это очень банально. Это вероятность пересечения делить на вероятность условия. Так, такие стали тут школьными. Вот в предыдущей общей теореме там все не так банально. Там все эти условные вероятности, они не считаются как чего-то там, что-то на что-то делить. Но здесь считаются, и это, конечно, здорово упрощает дело. Именно поэтому тут можно добраться до конца. А, значит, нам нужно, смотрите, что. Нам нужно, что вероятность, вот такая, тройственного такого события, тройственного пересечения. Умножить на вероятность вот этого, есть произведение двух. То есть, чем это отличается от того, что нужно? Я просто внес всюду эти условия сюда, так, и еще поделил, так, и еще поделил на эту вероятность. Но, видите, здесь она дважды, вот эта вот вероятность, видите, здесь она дважды, ну, тут два раза, а тут только один, так, и поэтому нужно... Ну, чтобы получилось равенство после перехода к пересечениям, нужно левую часть еще на нее домножить. Так? Вот такая формула получается. Так? Ну, вы скажете, формула, конечно, довольно гнусная, так? Потому что, видите, эта штука, она даже еще и не охватывается нашей формулой, потому что наша формула для конечномерных распределений, она была только для, когда у вас подряд моменты идут времени. Так? Видите? А здесь моменты идут, ну, с возрастанием. Этот, значит, сейчас только тут, тут m. Тут опечатка, тут m. Так, ну да, тут вот тот же самый m, вот он. Значит, m самый маленький, t побольше, n еще больше. Так, и вот если бы это было 1, 2, 3... то это было бы то, что у нас написано. Но это, к сожалению, не 1, 2, 3. А эта штука с точки зрения нашей общей формулы, это вот что такое. Это нужно взять все-таки всех 1 до n, так, и эти зафиксировать, так, а потом суммировать по всем прочим, которых тут нет. Так, так что вот для этого формулу можно записать, но она, так, в общем, довольно гнусная будет формула. Я даже в конспекте ее не стал, значит, писать. Вот, и, значит, поэтому, для того, чтобы получить то, что нам нужно, нам... Значит, смотрите, вот тут уже произошли некоторые улучшения с учетом вот этой формулы. Так? Значит, смотрите, что получается. Из предыдущей формулы, значит, получается следующее. Значит, это будет, значит, мы ее опять, значит, вот так вот запишем. Значит, и это мы запишем по предыдущей формуле.
Вот так, значит, получается, значит, такая формула. Что нам надо? Надо вот что нам проверить. Что вот это тройственное, значит, пересечение. Ну да, да. Да, мы значит, нет, ну не совсем обратно, потому что у нас сейчас там кое-что сократится. Значит, смотрите, что нам в итоге надо. Значит, вот что нам надо доказать. Вот у нас к чему свелось. Это у нас буквально на мгновение мы перешли опять к условной вероятности для того, чтобы у нас кое-что сократилось. И итоговый, значит, итог, ну, так сказать, итог, что нам нужно проверять. Значит, видите, так сказать, пока что мы так немножко улучшаем, так сказать, свою позицию потихонечку. Но пока что с этим, значит, вот у нас основная головная боль — это вот это тройственное пересечение. Так? Вот все эти, значит, предыдущие вещи, они показывают, что двойные пересечения — это вещь довольно безобидная, с ними мы довольно лихо разделываемся. Так? А вот основная головная боль — это тройственное пересечение. Давайте докажем вот эту формулу. Значит, смотрите, что эта формула, на самом деле, смысл ее более-менее понятен. Видите, как она устроена, эта формула? Вот так, ну, на самом деле, тут хочется объявить, что это очевидно, но это было бы очевидно, если бы это уже была марковская цепь. А вот смотрите, почему это очевидно? Потому что, смотрите, о чем говорит, вот что это за событие? Это событие говорит, что у вас вы в какой-то момент в прошлом были в И, в настоящем оказались в Л, а в будущий момент оказались в Ж. Так? А что правая часть говорит? Она говорит, что нужно зафиксировать вот этот кусок, прошлое и настоящее, так? И умножить это, эта вероятность получается умножением, ну, того, что вот у вас такая предыстория, так, на вероятность перейти из L в G за n минус 1 шагов. Так. Тут как раз вроде это и написано, что вы в этот момент в I, в момент t в L, а через время n минус t вы попали в G. Так. Вроде бы у вас ровно это и написано, так? Это обозначение формулы. Это обозначение, это уже не к формуле относится. Формула закончилась. Ну, давайте я подальше это унесу. Это формула звездочка. Значит, смотрите, эта формула, значит, ну, эта формула так и интуитивно кажется понятной. Так, но нам нужно как-то все-таки исходя, ведь у нас, понимаете как, у нас вот это-то определяется некой конкретной формулой, от нас независящей, так, и нам нужно, ну, как-то, ну, использовать эту формулу. Вот, ведь пока что надо признать, что мы нашу задающую формулу для распределений, что мы по-честному для тройственных пересечений мы ее не использовали. Мы ее использовали только для одинарных и для двойных. Так?
а для тройственных не использовали. И поэтому ясно, что тут было бы, ну, так сказать, не очень честно сказать, что теперь все очевидно. Значит, смотрите, значит, при n равном t плюс 1, это вот что. Это вот какая формула. Так, значит, что можно сказать про эту формулу? Так, значит, откуда эта формула взялась? Ну, она вытекает, значит, это верно. Значит, это верно из задающей формулы. М. Ну, тот же, который здесь, М. Индексы не меняются. У нас вот есть эти три момента. М, значит, меньший, Т настоящий и следующий. Значит, вот смотрите, когда следующий, он буквально следующий, то это получается, ну, это следует из нашей формулы задающей, так? Значит, ну вот если посмотреть, какая будет, вот, ну вот действительно так оно и будет, так? Вот, теперь, пусть верно, значит, пусть верно при, ну, каком-то n большем t, так, тогда верно при n плюс 1. Значит, давайте посмотрим, значит, что будет. Значит, что будет при n плюс 1? Значит, при n плюс 1 будет следующее. Значит, это по определению будет вот что. Это будет вот такая сумма. Так, значит, это мы считаем, значит, вот эту, так, значит, в момент времени n это может быть какое-то k, ну и вот мы по k, значит, по k это просуммируем. Так, и, значит, это, ну давайте я повыше напишу, значит, смотрите, значит, это по предположению индукции, так, значит, по предположению индукции, это есть сумма по k, значит, вот, потому что сумма по k дает как раз следующую степень матрицы. Так? Вот, поэтому, значит, ну, тем самым получается верно для n плюс 1. Ну и вот, значит, тем самым по индукции получается, что все проверено.
А индекс k, вот как, тут k и тут k. И смотрите, вот свертка вот этого пока дает следующую степень матрицы. Тут уже нет суммы. Это я механически переписал. Тут никакой суммы уже нет. Тут просто уже ответ, который мы хотели получить. Да. Тут никакой суммы уже нет, конечно. Значит, смотрите, если посмотреть, как доказывается вот та теорема, которую я привел без доказательства, то там нечто похожее исполняется на уровне измеримых функций, так? Аналогичные проверяются тождество, но там, к сожалению, не будет сумм, так? И там вот так к точкам все не сводится. И там поэтому как проверяются всякие равенства для условных вероятностей? Там равенство для интегралов. Так? Они немножко более громоздкие получаются. У нас даже и здесь нельзя сказать, что как-то все очень элегантно. Естественно, если вместо сумм у вас интегралы во множестве, несколько более громоздко будет. И как мне кажется, там несколько труднее, так сказать, следить за ходом вычислений. Но в принципе идея такая же. Вот точно так же проверяются, там нужно тоже две вещи проверить. Там согласованность получается легко, тут особой роли нет в дискретности. А вот дальше нужно проверить. Значит, Колмогоров дал некий процесс. Так? И вот почему он марковский, и почему у него получилась нужная переходная функция, там проверяется похоже, но технически, я бы сказал, немножко более муторно. Здесь, конечно, тоже нельзя сказать, что совсем не муторно, но по крайней мере, тут, в общем, никаких хитростей нет, просто прямолинейно проверяем, так сказать, и все, в общем. Теперь последнее, что я скажу, в следующий раз мы это уже, докажем. Определение. Вероятностная мера π на x инвариантно для цепи, или стационарно, если она не меняется, собственный вектор этой матрицы. То есть тогда получается... что распределение, если вы начали с инвариантного распределения, так, то оно не меняется с ходом времени. Так. Под последний факт, очень простой, на котором мы сейчас кончим, теорема. Существует инвариантная вероятностная мера π. Доказательство очень простое. А симплекс, скажем, P, или S, симплекс S всех вероятностных мер на x отображается в S посредством оператором P. Смотрите, какая ситуация. У вас есть конечномерный выпуклый компакт, он отображается в себя. Существует неподвижная точка. Например, это вытекает из теоремы Боля-Брауэра.
эта теорема, конечно, гораздо мощнее, чем нам нужно. Значит, это теорема для каких угодно непрерывных отображений симплексов себя. Так? А у нас отображение линейное. Так? Поэтому, конечно, это, так сказать, некоторая такая стрельба из пушки по воробьям. Но, с другой стороны, если можно, так сказать, подстрелить одним выстрелом, то чего тогда мучиться, так сказать, и ходить с рогатками? Значит, вот, значит, поэтому, значит, в следующий раз будет еще одно утверждение о специфических инвариантных мерах. Ну и на этом, значит, цепи Маркова кончатся, и будут еще две очень специальных задачи. Это задача, значит, ветвящемся процессе, значит, Гальтона-Ватсона, и конкретная задача о разорении в модели страхования. Вот это уже, как бы, так сказать, ну, как примеры, что ли, будут. Но поскольку здесь, как я понял, в курсах случайных процессов, значит, на физтехе как-то принято эти две вещи рассказывать, ну, я тоже решил, так сказать, по традиции это включить. Ну и вот смотрите, значит, остается следующая лекция и еще одна между майскими праздниками. Ну и вот я, естественно, буду прилагать усилия, чтобы это оставшееся за эти две лекции рассказать, и чтобы, ну, значит, вот, так сказать, 5 числа, чтобы закончить. Вот, в общем, так сказать, план такой. Вот, но в принципе, там, ну, теоретически у вас еще 12-го есть лекция, так? А потом чуть ли даже и не 19-го, но это уже какие-то крайности, в общем, я думаю. Вот. Так, все, тогда, значит, давайте на этом приостановимся.